Мэр Магадана Юрий Гришан и губернатор Колымы Сергей Носов посетили зону отдыха «Горняк», где в середине лета пройдет старательский фарт, стройку детского сада в третьем микрорайоне и детский технопарк «Кванториум». Заявки на участие в старательском фарте принимают с 1 июня. Соревнования по промывке золота запланированы на 18 июля. Предполагают, что в этом году участников будет меньше из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Зону отдыха «Горняк» начинают готовить к традиционному для Колымы мероприятию. Вот это обрезать. Вот это все. Значит, и пытаться сделать что-то здесь удобоваримое. А здесь это вниз обрушить. Там внизу разделать и вывести. И кто знает, может быть, еще и сверху скальником отсыпать. Вы проведите в понедельник здесь небольшое совещание. Тут она без дураков, значит, называется. Участие приветствуется. В рамках реализации национального проекта «Демография» началось строительство детского сада в третьем микрорайоне. Дошкольное учреждение вместит в себя 135 малышей от 2 месяцев до 7 лет. Бюджет – 50 миллионов рублей из федерального бюджета и 5 миллионов из областного. Сейчас на объекте демонтируют фундаменты прошлых зданий, готовятся забивать сваи. И поскольку сваи в день вы собираете? Сейчас скажу вам, да. Сколько надо усваивать времени? 24 сваи. В среднем на одну сваю час. Долго по одной сваи бьет? Грунты, Сергей Константинович. Технология по проекту такая, что сначала необходимо сделать бурение, а потом уже забивать. Строительство Колымского кванториума подходит к концу. Утепляют и проводят отделку фасадов здания, устанавливают розетки и выключатели, а также шахту лифта. Сдать технопарк планируют 1 июля, а уже 1 сентября здесь начнут прием детей. На месте бывшего бизнес-центра будут заниматься около 4000 воспитанников. По словам сотрудников правительства области, главная цель реконструированного кванториума – обеспечить детям доступное и качественное дополнительное образование. Также Сергей Носов посетил корпус онкологического диспансера областной больницы, который активно реконструируется. Уложили 1200 квадратных метров штукатурки, положили 85 кубов кирпичной кладки, а также продолжают обустраивать кровлю. На объекте трудятся около 80 специалистов. По словам экспертов, график строительства соблюдают. Планируют сдать диспансер в 2021 году. Сумма контракта – почти 978 миллионов, большая часть из которых – федеральный бюджет. Капитальный ремонт проводят по программе развития здравоохранения Магаданской области.